Блин. Ну это дурдом какой-то с ним. Надо, может, еще кормушку одну сделать. Ну где ты ее поставишь? В общем, у меня кролики не помещаются в мою кормушку, походу. Каждый хочет. Или они все пошли в мамку. Люси. Потому что каждый норовит сожрать побольше. Вроде бы и кормим нормально. Регулярно. Вот. И засранцы такие же самые. Засираются. За пару дней уже вся клетка вся в говне. Набита соломой, набита всем. Вот такие у меня крольчиха и крольчата засранцы. Тут больше всех мамка не дает. Голову засовывают полностью в кормушку. И потом малышня не может туда попасть. О! Сейчас мамка будет всех растыкивать. Ай-яй-яй-яй-яй, и не стыдно ж тебе, а? Как тебе не стыдно? О, эти два яруса. Потому что у мамки пачка больше всех. Голова как один крольчонок. Да, что ты бесстыжая? Бесстыжая, а? Ага, наглая бесстыжая морда твоя. Да. О, понеслась опять раскидывать крольчат, чтоб себе залезть. Ой, не стыдно вообще. Вообще не стыдно. О боже. Это просто какой-то это. Тебя полотка слопали. Обалдеть. Так, ну, собака тут у нас тоже звуковой режиссер. Ладно, до новых встреч.